Так, я тоже сейчас в Степанакерте. Ну, такой рынок. В принципе, вас, наверное, ничем не удивишь, потому что вы все это видели. И, ну, одно и то же. Одно и то же. Но посмотрите, какой большой ассортимент зелени. Цены, я думаю, тут вот клубника есть. Орехи чищенные такие. Гранаты. Виноград, персики, каштаны. Боже мой, каштаны. В Баку столько каштанов было. Мы так не ели. Я себя знала, что мне в жизни... Я даже вкус его уже забыла. Я уже прямо вкус забыла. Посмотрите, какой перец. А что это за перец такой? Что это такое? Перец такой? Какой интересный перец. Вот листья, так продают листья. У меня Сержик привозил листья бесподобные. Они очень сильно отличаются от тех листьев, которые я... Ну вот. Сколько фруктов. Айва какая. Какая айва. Нет. Опять зелень много. Но ни один закавказский стол, он не обходится без зелени. Просто ну, такого нету. Ну, в принципе, все. Вы знаете, что рынки Армении, ну не только Армении, Закавказья, вы из меня там, знаете, я много выпускаю на канале, сторис, перец, конечно, интересный. Все, пошли, смотрите, как я на моем канале про Джингелюбхац, как я стояла и ждала. Сейчас мы пойдем кушать.